Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы информирует о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего за 2013-2017 годы на территории республики подлежат расселению 179 аварийных домов. По целевому показателю реализации программы всего расселено 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Обеспечено жильем 390 семей, переселенные из 39 аварийных многоквартирных домов. В Кызыле 33 дома, в Чидане 3 дома, Кахем 2 дома, село Байхак 1 дом. В течение этого года условия проживания улучшили 130 семей, переселенные в 4 построенных дома. Осталось расселить около 54 тысяч квадратных метров или 1474 помещения. Строится 21 дом. До 31 декабря запланировано ввести в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. С 23 по 29 октября во всех банках Тувы пройдут дни приема монеты. В эти дни любой сдающий монеты в кассы банков республики получит в подарок памятные сувениры. Стоит отметить, что производство и чеканка – сложный и дорогостоящий процесс. Так, мероприятие нацелено на то, чтобы вернуть как можно больше монет в обращение. Высокую себестоимость монет должна компенсировать продолжительность их оборота – до 20-25 лет. Каждый год Банк России выпускает в обращение новые партии монет, но в кассы банков возвращаются лишь малая их часть. Остальная оседает в кошельках и копилках населения. К примеру, в Туве за январь-сентябрь этого года в обращение выпустили монет на 7,5 миллионов рублей, а вернулось обратно в кассу отделения Национального банка Тувы всего лишь около 31%. Если 10-рублевых монет вернулось больше половины, то монет номиналом 5 рублей только четверть, а процент возврата монет номиналом 2 рубля около 9,5%. Мелочь копеечных номиналов практически полностью осталась на руках у жителей. Если до банков дойти не получается, то расплатитесь ими в крупных торговых точках. Там всегда не хватает разменной монеты. Таким образом, вы не только подарите монете вторую жизнь, но и снизите затраты государства на чеканку и производство новых монет. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 51 копейку, евро 67 рублей 89 копеек.